сути, петрушка это просто набор каких-то примитивных геометрических фигур, сделанных из подручного материала. Вот цилиндр бумажный, треугольник бумажный, две лепешки бумажные, глазки. Вот я не успел сделать зубастый рот, оскаленный. Волосы можно напихать. Классический петрушка – это такая итальянская кукла, в общем. Это, ну, и делали абсолютно из лоскутков. Поднимали подол и играли, как в кукольном театре, свесив ножки за подол. И вот таким образом на площади представление. Обычно это там два персонажа, петрушка и поп какой-нибудь, или петрушка и черт, там, я не знаю, баба-яга. Две руки и два персонажа. И вот это все разыгрывалось перед толпой прямо на площади, собственно.